В рамках партийного проекта «Старший брат» активисты Одинцовского отделения «Единой России» поддержали молодежный конкурс «Student Up», который прошел на площадке Ликинской средней школы. Ученики 7-11 классов в составе 6 команд проходили тематические раунды – музыкальные, интеллектуальные, спортивные и другие. Главная цель конкурса – помочь молодежи определиться с будущей профессией и выбрать направление для дальнейшего обучения.